Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Я сотрудник научной лаборатории 22-й, Кулей Фуад. Как мы знаем, сейчас проходит выставка Экспо «Нефть и газ Каспий». Расскажите ваши впечатления об этой выставке. Экспоцентр выставки нефти и газа в 2017 году очень интересно было тем, что были выставлены многие изобретения и также многие технологические новшества. Академии наук и особенно достижения НХП, которые были очень красиво представлены на этой выставке. Какие еще у вас есть впечатления об этом? Какие-то различные фирмы, может, какие-то у вас разделы науки, когда там постоянно занимаются? Да, было много фирм, было много интересных изобретений, интересных новшеств, но меня в основном интересовали технологические достижения. Компьютеры, аппаратура. Способ управления оборудованием, да, я бы сказал? Да, да, способ управления оборудованием, способ управления компьютерными технологиями. Спасибо большое вам, спасибо. Вам так спасибо.